Сегодня вечером глава Якутии Егор Борисов проведет пресс-конференцию по итогам уходящего года. Беседа с журналистами пройдет на площадке НВК «Саха». В студии нашей телекомпании соберутся и зададут свои вопросы представители ведущих средств массовой информации республики. Подобные встречи глава региона проводит регулярно, но формат ежегодно меняется. Если раньше пресс-конференции проходили в Доме правительства, то в последние годы Егор Борисов общение с журналистами проводит на разных площадках, и они стали транслироваться. Впервые в прошлом году подобное мероприятие было доступно для аудитории в интернете в режиме онлайн. Пожалуйста, еще есть вопрос? Да. Егор Афанасьевич, да, мне сказали, что это будет последним вопросом. Я хотела бы задать более приятный вопрос, так как мы сегодня много звучим. Не надо мне приятного вопроса, давайте. Для себя. Вот, хотелось бы поинтересоваться, как вы отдыхали в этом году, где отдохнули и понравилось ли вам. Но если честно, я вам признаюсь, я знаю, что вы отдыхали в пределах России. Забегая вперед, можно предположить, что Егор Борисов традиционно много времени уделит экономическому, социальному блокам, а также поделится с планами и задачами на следующий год. На этот раз пресс-конференция главы Якутии пройдет на площадке нашего канала. Аудитория существенно расширилась. Если в предыдущем мероприятии принимали участие более 20 журналистов, то сейчас аккредитацию прошли уже около 40 представителей муниципальных республиканских СМИ. Пресс-конференция будет длиться 2 часа. Обычно за это время глава республики успевает ответить на более 30 вопросов. Прямая трансляция будет вестись на телеканалах НВК «Саха» и «Саха-24», радио «Саха», в эфире «Вести Саха» и на сайтах nvk-online.ru и ися.ru. Александра Хлопкова, НВК «Саха», Якутск.